Перед тем, как начать эту историю, задам вам один вопрос. Что можно сделать в Расте за 10 часов? Да, вопрос риторический, но все же. Пожалуй, кому-то столько времени потребуется только чтобы покинуть пляж. Кто-то вполне себе за это время откинет домик и даже изучит берданочку. Другие и вовсе 10 часов только у лифта Мирки с Греной просидят. А что же смогу сделать я? Ответ в ролике – да, но перед началом напомню, что каждый, кто поставил лайк, написал коммент и подписочка, да, получает шанс выиграть одну из трех Steam-версий Rust, ну или там денежка куда-нибудь на карточку, ну и чей? Ты знаешь. О, кукуруза, можно и похавать. О, ревики уже фигачит, быстро. А, о, это Потибо рядом со мной. Может быть, я его как-нибудь смогу это добить? Братик, пожалуйста, упади. Так, Жорик не подействовал. Блин, меня чел убил. Печально. А да чё по мне-то? По нему стреляйте, алло! Получается, я еще его прикрыл. Ну, локации, где мы будем выживать, мы решили выбрать сферу. И добравшись до нее, мы стали упорно искать место, где можно откинуть комфортненько домик. Спалочка. Оп, тут кто-то что-то добывает. А, нет, дядя! Не надо! Man, what's your problem? I try kill you. Go away. Take your spear. Hey, go, come on. Hey. Come on, man. Take your spear and go away. Thank you, man. Okay. Thank you. Good luck. Есть такое утверждение, что в Расте у каждого свой старт. И оно недалеко от истины, ибо пока я мирно общался с каким-то туземцем, у Ромы все шло совсем иначе. Опа. Тебе лучше не видеть, что я делаю. сюда! Еще с палочкой. Короче, с палочкой я тебя откидываю. Так, ну тут какая-то не очень приятная местность. Давай поглубже в лес забуримся. Земля, обитаю я в нем. Я репчик нашел. К сфере, где ты сейчас? На какой? Я прям на сфере. Дима, у меня помп, сачель. Ну, мне бы понимать, где ты, я бы типа ассистил. Я прям на сфере, прям на сфере. Там кто-то топает. Это вот хазматчик. А-а-а. Давай пати. Что, не ватнешь пати? Да-да-да. Мы решили не задерживаться на сфере и сразу отбежать в лес и откинуть там кибиточку. Но не все шло по нашему плану. Но у меня лука нет, если что. Да, они вон уходят. А, не, они добывают. У меня есть ревик плюс лук, можно что-нибудь попробовать. Давай, тренинг. У одного башка, костянка, ага. Убил одного. Я убью, не трать. Тори, испугался. Одевайся, они бомжи по факту. По мне с лука. Well, hello, lady. Оп! Уходим. Ага, отбегаем. Ага, печаль. Блин, а. Так состоялось наше первое знакомство с будущими соседями из дома гриба. Сейчас вам это ничего не говорит, но поверьте, в будущем это будет очень важно. Ну, либо чуть-чуть отбежать в сторону F6 куда-нибудь туда. Там вроде меньше плотность, когда я там бегал. Да можно, давай попробуем, сходим, понюхаем. Я думаю, 2 на 2 нам хватит на этот вайп. Ну, вроде все. Шкафчик. О. Так, нам не надо тут. Дверной проем. Вот эти стенки я бы гриданул. Угу. И вот этот потолочек. А все. Мы не настолько богатые, Ром. Запомни эти слова. Через час ты скажешь по-другому. Ладно. Через час ты скажешь: Рома, в МВК, Рома!
Слышишь, да? Постучишь, ты лох. Я его обезоружил. По факту. Все с ним понятно. Слушай, да, там бегают. Ладно, давай переждем до утра. В целом, несмотря на беготню под домом, все было хорошо. Дом стоит, печка плавит, осталось только дождаться утра, если бы не... Они строят? Не-не-не-не-не, так дело не пойдет. Где? А. Куда ты? Давай постановим, что он не успел поставить. Давай, 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 да, давай. Нет, тут все уже в дереве. Но у него уже дом был, мы так. Спальник дефолтный, перед дверью печки. Так состоялось наше знакомство с еще одними соседями. Да, можно было бы потратить кучу времени и попробовать их дипнуть, но неподалеку началась миграция бомжей. Такое пропускать было нельзя. Ты смотри, гадость какая, диспавнит все, а? Трубу он выкинул. Ладно. Разлутавшись, мы отправились искать счастье на самую ближайшую РТшку. Таковой был Харбор. Естественно, нельзя было не воспользоваться бустом. Давай. Все, я наверху. Не, никого тут нету. На воротах железных к тебе идет. А, не, он бочку добывает. Тычка в нем. Все, бежит к тебе. Голова. Все. Все. Хватай там, что в нем, и перерабатывай. Ну, слушай, в нем то, что не надо перерабатывать. У него СМГ-корпус. Так, типок фул голый бегает. Блин, а как тут обойти-то? А я тут не смогу никак обойти, да? Все, я в ловушке. Тут тип спал. В нем что-то было интересное? В нем постанов была. Такая, сет был для меня. Могу сразу нам оформить. Вот верстачок и пайпушечки. Ой, блин, Дима, прости, какой пожалуйста. Какой ты молодец, а? Все. Да, вижу два типа. Поднял его. Минус один. Добиваю фу. Там бомж мне мешает. И тут... О, боже мой. Ой, сейчас слышу. Привет, Дим. Угу. Опять я лежу. Опять ты лежишь у моих ног. Так, ладно, попыточка номер два. Это по тебе? Это я повалил. Dude, I have nothing. You have nothing. Bash it. Bash it. Please pick me up, please. Ябба! Сзади нас под домом. Нет. Тут прямо у нас под домом. Кита ему дал. Тычку дал у него. Сможешь его пушнуть? В нем 2000, по идее. Я ему дал спайпа, но он далеко. На этот раз, к сожалению, берданчику удалось уйти от нас. Но в следующий раз, возможно, будет иначе. А на этом закончился наш первый час выживания. Хорош, Дим. Меткое попадание. Лучший тиммейт. Жму руку. Заткнись. Геймер 3000. Зря. Пойдем на Харбор. Зря геймеры 3000. И да, мы снова вернулись на Харбор в надежде, что на этот раз у нас получится полакомиться куда более вкусным лутом. Это был первый день вайпа, на сервере было 800 человек, и уж кто-то должен был заглянуть вкусненький к нам на огонек. Чё, тут тишина, хочешь сказать? Да ну, это 900 человек, камон, где? Перед нами, вон, синий сюда бежит. Тычку дал в него? Да чё они такие меткие-то, а? Не вижу его. В хазике. Тычку ему дал. Повалил. Да, Дима. Много у него, иди ко мне. Там аккуратнее, там еще один тип, сейчас я его приму. С луком, да, вижу. Тычку у него дал. На попе. Убил его. У него хорош. Тоже неплохо. Надо все лутать и убегать. Двоих лутаем, да? Угу. Все, бегу, бегу, бегу. Все взял, да, у него. Погнали домой. Я бкинулся для красоты эффекта, но... Ну, понятно, да.
Давай без этого. На этом моменте энергия совсем закончилась. Тут мне на помощь пришли энергичные малышки. Подожди, ты не о том подумал. Я про малышек от Imba Energy. Прямо сейчас на сайте самого хайпового энергетика от Imba Energy появилась новая коллекция малышек в обновленном составе. Если кто не знает, Imba Energy — это первый в РФ и СНГ быстрорастворимый энергетик для геймеров и любителей аниме. Недавно ассортимент вкусов имбы пополнился тремя сочными новинками из персиковой коллекции. Персик, черника, яркий вкус спелого персика идеально сочетается с кислинкой черники, создавая непревзойденный микс вкуса и энергии. Персик абрикос – неповторимое сочетание ароматной, слегка кисловатой нотки абрикоса и сочного персика, точно не оставит никого равнодушным. Персик мангустин – яркое сочетание сочного персика с мангустином, дарящим вкусу приятную кислинку. Определенно стоит попробовать. Коллекция вкусов тематическая, а это значит, что их количество строго ограничено, поэтому рекомендую поторопиться. В каждой баночке находится целых 18 порций напитка, а это 6,3 литра энергетика. Хватит надолго. Имба постоянно совершенствует свои вкусы, и сейчас большая часть их энергетиков была выпущена в обновленном составе. Это значит, что формула каждой из малышек была доработана и доведена до идеала, благодаря чему вкус стал просто бомбическим. Кстати, в составе используются только качественные ароматизаторы из Германии. Также каждый день на сайте имбы вы можете поймать скидку на легендарные вкусы в обновленном составе или на топовые новинки. Скидка на них ограничена по времени и не задерживается на сайте больше 2 дней, поэтому стоит поторопиться. Рекомендую скорее зацепить сочные новинки, пока они не закончились. Но не стоит забывать и о других вкусах, ведь каждый из них прекрасен в своем сочетании. Эти бодрящие малышки уже ждут, когда ты заберешь их к себе. Не упусти самую большую скидку. Заходи на сайт и делай заказ прямо сейчас. Ссылка в описании. Мы не теряли надежды на большой лов, поэтому снова отправились на Харбор. И на этот раз да, клиенты появились поинтереснее. Опа. Да, вижу, пошел, да. Голову сломал ему. Тычку дал одному. Еще тычку дал. А, это в хазик, это другой. Их двое тут. Он идет к тебе? Меня повалили. Я с бердой. Валяюсь. Еще тычку дал. Их еще двое тут. Блин. Бегу. Да не, они меня отсюда выкурят. Понял, они вдвоем, третий-то валяется в целом. Может быть, ты успеешь? Я бегу со стороны от метро. Угу. Блин, я ему сломал голову, но нет. Те типы с ганами на Харборе нас очень интересовали, и мы хотели камбэкать туда. Но, увы, под домом начался какой-то замес, который сковывал нам руки. Тут у нас тип. Тычка в нем. А, у меня стрелы. Габелла. Нет, не я, у нас первая дверь открыта. А ты в целом живой или как? Я еще живой, по ним, по мне тут ни разу не попали. Оп, 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 ребятки, оп. У меня оп. Один патрон. Оп, один лежит. Тычку дал одному. Я говорю, оп, 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 оп. Не, не, не. Тычку дал еще одному. Добивай их. Блин, я бы тебя поднял, но тут, как видишь, ситуация. Тычку еще одному дал, повалил одного. Тут на мне какая-то ты. Это я, это я, это я. Смотри, как у Мансер Про я. Оп, оп, оп. Минус один. Еще один у меня тут. Могу все поднять тебя. Ну я ползаю пока. Добей, вот тут рядом со мной, добей. Добил, добил, добил. Поднимаю. О, фу. Все, давайте. Так, а где моя дабл баган? Ой, блин, что-то. Да у них по луту фигня какая-то, ей-богу. Ну могли бы хоть что-нибудь принести, а? А сейчас, взял ган. Тычка. Положил. Ого. О, у него даже что-то есть. Ну хоть на этом спасибо. И да, нас жизнь ничему не учит, и мы снова отправились на Харбор. Просидели там весь вечер, всю ночь, и только днем пожаловали гости. Угу, угу. Кто сейчас прыгнул? Голый. Так, тип ползет на эску. Ага. Ой, работал. Ну, у него ничего вкусного нету. Блин, что-то Харбор меня расстраивает. Людей прям супер мало. Говно, да, у него? Он сюда ко мне бежит. Тычка в нем. Я вообще ни тычки по нему не дал, чего. А, тут еще пришли. О, вот это что-то интересное. Тычку дал лучнику. Повалил лучника. В черном тычка.
Убил этого, повалил. Там еще сейчас один. Сейчас я бэтменю. Арбика. Убил его. Хорош. Моего компачи есть чуть-чуть. Веселый молочник. Блин, да что-то у них вообще ничего вкусного. Надо, наверное, это перебазироваться куда-то. Мы так ничего не это не выбьем. Не найдя счастья на Харборе, мы решили немного отступить домой. Но у дома нас ждал сосед, который явно затевал что-то неладное. А там чел из дома опять вышел этот. А он этот, слушай, Йокомен. Все. Блин, с ним надо что-то делать. Типа он так и будет у нас по домам бегать, по ночам сидеть, ну его. И знаете, что я вам хочу сказать? Порой счастье приходит само к тебе под дом. Мам, ты в порядке? Я да, у нас на доме. Он у нас на доме. Тычку дал ему. Еще одну тычку ему дал, он лох хпшный. Справа от дома. Так, один вижу ползает. Да, отбегает за домом у нас. Так, справа никого нету. Попробуй найди. Убил его. Варилот. Это я. Один full dead, хазик. Еще одного dead. Хазик надо лутать срочно. Лутаю, все, несу домой. Ой. Здорово, здорово. Привет. В целом ты можешь меня поднять. Я так тоже думаю. Вот, все, супер. Повалил берданчика. Один валяется, другой в кустах. Они в кустах справа дома. Прям справа дома. А что, они живые, мертвые? Один валяется, другой его поднимает. Лутает свой арбалет. Меня повалил один. Один с берданкой full dead. Ага. Еще один сзади дома. Он меня целит. Второй дед. Хорош! Дед. Хорош! Поднял берду. Второго иду лутать дальнего. Лутай второго. Ага. Убил. Добил. Все, плюс берда. Ты же мой пупсик. Не надо. Убил. Это вот с этого с гриба стреляют. Слушай, а тут ты видел, в нем тут дофига. А я в доме. Так, нет, нам теперь нужна вторая железная дверь. Неожиданно. На этом позитивном моменте закончился второй час выживания. И мы ринулись улучшать свой дом. Кто тут бегает по дому? Один на доме. На доме еще, да? Мне бы вот эту дверь первую поменять. Смотри, я первый выскакиваю. Посмотрим. Нормально все у тебя там? Пока дверь меняется. Наверное. Сейчас погоди, я оббегаю. Ну ты там байт, а я тут пока. Минус один. Блин, какой у нас там пароль-то? Все, окей, шесть. Поменял. Ты рандомный ставь, просто потом говори, главное какой. Сел. Вижу. Ну все, забей на него. У него 5 IQ. Мы решили проследить за этими ребятами, чтобы точно убедиться, что их дом это гриб через дорогу. Да, видишь, он сейчас будет перебегать к метро. Ну, надо как-то это подрезать. Походу, с бердой он был. Но он с того дома, где берданщик. Блин, одна у фулл дэдну. Второй меня. Бегу. Добивает меня. I naked, why you shoot me? А, нифига. Курак, что ли? Тут какой-то маньячел на ножи выскочил. Раз на раз. Это что, вот эти типы, что ли? Одного положил, прям очень накидал им туда, в толпу. Я бегу. Повалил вроде одного. Угу. У меня тип слева. Не, у него ничего не было. Он подлупный, походу, просто встал. У меня звуки. Ты. Ага. Тут еще вот, да? Ага. I only have clothes. Why you shoot me, huh? О, боже мой. На 350. Тычка в нем. Да как он живет так, а? Дал тычку типу. Еще тычку. А падать не... Нет? Они все вот как один.
Что за вот это постоянное взывание к неубиванию, я не понимаю. Так, ну тут вроде никого, а где же они есть? О, вижу, выскочил. Вижу. Дед. Ну это вообще не то, это не эти типы. Ну, конечно, хорошо, но это совсем не тот, кто нам нужен. Ладно, пока хотя бы переработаюсь. Метро едет. Думаешь, метро? Наши поиски привели нас в метро, и мы решили подождать там босс-поезд. И, потратив прилично на это времени, вернулись на поверхность. Опа, тут тип. 3000 в нем. Звезд? Больно дал одному, да, я живу. Так, это ползы добил его. О, у него даже что-то там было. Там еще один, там на доме один. Вот этого убил. Погнали домой. На ночное время мы решили вернуться домой. Накопилось много бытовых дел. Нужно было и лутерумы обустроить, и лутер сортировать. А! Тут тип! Поставил полочку. Блин, ну а какая гадость! Это из этот сосед опять. Шоколадный. О, топает, слышу его. Так. Нет, сюда. Все, с кайфом. И здесь мне нужна полочка. Так, Рома, ну-ка новый скинчик на оценочку, на гаражечку. Мне тут незнакомые девушки донатят на скины. А можно мне так же? Я так в целом это содержанка, понимаешь? Ну, в целом, прикольный, ладно. Но дорого стоить не будет. Оно, конечно, красивое, но, по-моему, слишком вычурное для Раста, мне кажется. Так, в милых беседах в обустройстве дома мы провели ночь. А поутру нужно было приступать к обстройке дома. Чё, сидит гадость это, нет? Сидит или сидит? Вот сидит, наверное, да? Оп! Бегай давай. А, никого нету, что ли? Серьезно? Ушел. А! Это гадость все-таки здесь, Ром. Ну, в тот дом точно не забегал. Ну, это сосед. Ну, где-то по дому ковыряется, ползает со своим ревиком. Печальным. Шутки шутками, а что-то с этими соседями нужно было делать. Ладно, сейчас мы решим этот вопрос раз и навсегда. Ай-яй-яй, мясо огненное прилетело. Где? Откуда? Убил его. Ага. Так, куда тебя рейдить-то? Сюда, наверное. О! Еще одного убил. 4, по идее, должно хватить. Это золотая. Еще одного убил. Тебе бегу. Ага. О, тут совсем просто. Ты не пройдешь! Деревянная дверь с кайфом. В луте, да? О боже мой, дурацкое дерево. Ладно, придется 2 тратить. Убил. Да, увы. А сколько потом было? Могли бы добить? 60, не достреляли бы. Ну, тут какая-то фигня, но в целом норм. Тут крадется. Хузяин. Сейчас сразу все самое вкусное беру и лок поставлю ему. Шкаф залочил. Это я все забираю сюда. По максимуму. Ну ты деф, и тогда я сейчас ходочку сделаю до дома, разлутаюсь и за остатками вернусь. Так, у нас по домам. Живой? Да. Убил одного? Прям за домом еще, вот за этим. Он с помпом. Да я знаю, что с помпом, я заметил. Еще убил одного? Ну все, я домой отступаю. Так, это все-таки надо достроить, в конце концов. Стеночку и потолочек. Погоди, дай наверх залезу. Ага. ХП, правда, мало. Так, это... А. Это весь камень, что у них был в доме? Серьезно? Вот гадость какая, смотри. Чисто постреливает. Ну, это уже какие-то фантомные боли, ей-богу.
Все, ты погорал, дом потерял, иди. Отдыхай, нет. Я ему тычку дал с огненной. В то время, пока мы расширяли дом, неподалеку на харборе послышалась стрельба, и мы устремились туда. У нас ломают. Перед нами. Две тычки дал. Вообще ничего не дал. Что-то я не ожидал, честно говоря. Ушел за контейнера. Их двое было. Вон он, у грузовика. Две тычки в нем. Можешь пушить. Где ну, он сейчас он прям на карте. Он за машину побежал. За КамАЗ. Вот КамАЗ зеленый стоит. Меня пикает. Да-да-да. Нахитовал? Слушай, ну он сдохнуть должен вообще. Нахитовал? Повалил его. Добил. Да, у него скраб был. 200. На моменте нашего выседания на харборе подошел к концу третий час выживания. И подоспели новые клиенты. Там он грипп что-то. Ой, блядь, по мне стреляет. Бегу. Передо мной прям. Где? Около метро на НЕ есть, с моей стороны смотреть. Где зеленый контейнер был. Угу. Еще один бежит со стороны НЕ. Дету контейнера. Ага, еще один с НЕ бежит. Сейчас 50. Лутаюсь. 3000 ему дал. За белой машиной. На 30. Перебежал за... Блин, у меня тут... У него двушка. Глава в нем. Не пуш, нет. А, ладно. Убил его. Еще один. Дед. Еще один дед. И за машиной. Блин. Еще один дед. И за машиной. Убил их. Все, я к тебе бегу. Хилюсь. Припасы. Ревик. Ты того типа залутал? Вроде да. Главное, ган с него подобрал. Нет, тут много, я не смогу все залутать. Убил его, убил. А! Тут у нас в двери сидит. Слушай, давай я тогда туда без лута залезу сначала, выбью его, а потом ты. И да, это был сосед из загородного дома. Он все никак не хотел выходить из-за горы. Залазь. Не устушу. А, не-не, вот он. Ля. По дому послышались звуки стука по дереву. Я было подумал, что это ломает предстройку, но оказалось все куда более забавно. Да, они двоем шкаф ломают. А-а-а. Они все-таки двое в сети. Шатай одного, я помогу. Да ну что вы делаете? Вы просто там... 3 форса 25. Да они шкаф ломали. А что они такие агрессивные? Сами под домом сидели, получили и теперь что-то еще ноют. Передай привет Жорику, ублюдок. Боже мой, напугал меня, ты чё такого? Ты куда замахиваешься? А вот уже после этого больше мы этих соседей не видели. Странные ребятки, да? Ну не успели мы отдохнуть от одних и вторых соседей, как нарисовались третьи. Приблизительно вот так. Ого! Вопросы? Ответы. Да. Бежит, бежит, бежит один, подожди. Убил его? Ну, это голенький с двушечкой. Слушай, тут на самом деле, что можно даже мою бегданку не лутать, а отступать отсюда нафиг. Разлутался. Ребята появились как ураган, сбрили весь район и также успешно исчезли. Мы к ним еще обязательно вернемся, а пока отправляемся фармить сферу. Ради которой, на секундочку, мы и выбрали это место проживания. Все взял, что мог. Полная амуниция. Вижу типа вроде на крыше. Да-да, наверху тип, прям на самой сфере в белом сете. Отсюда вижу. На 120. Ну надо его как-то вышибать оттуда по-любому. Прям выпикивать. Справа, справа, справа. Дед. Еще справа, где в этот зашел, он ПЗ-шку. Man, please. I'm poor. I'm fucking poor. Дед. Good. Man, I'm poor. Он умолял тебя, потому что он под чаем находился. А че он на сфере с чаем делал? Вопрос к нему. Логичный.
Где? Голова убил. Не вижу. Он меня убил, но я ему дал 4 тычки. Убил его. Можешь бежать лутать его. Ага, рисуюсь недалеко. Давай. Бегу. На самом деле у них в основном мусор, честно говоря. В общем, я тебя залутал, ты тогда лутай этого. Лутаю его. Кайфы. Ой, мне больно. Сейчас повалят меня, не знаю откуда. Тычка. Две, три. Дед. Хорош, иду лутать. Давай. Дал ему не могу пикнуть. Дед, добил. Там еще один удали. Нифига, отчаянно. Уважаемо. Дим, надо сваливать, это читак. Да? Да, я никого помню, с неактивированным аккаунтом, чел. Тогда сваливаем. Есть что домой-то отнести? Конечно, питоны, ганы. Побегаю-ка я с Томиком, что-то с одной бегаю, как этот. Достаточно быстро наступила ночь, и всю ее мы потратили на шарение по кустам и какие-то смазанные замесы на двушках. А поутру уже замесы пришли под наш дом. Так, Дмитрий, а тут? Замес под домом, да? Или это бомжи? А чё мы тут бегаем-то? Три типа... Хорош. Один дед. Двое за скалой. У меня. Убил одного. А! Так, с леса меня пушат. Вообще какие-то левые, походу. Живи. Эвка меня фигачит, я в дом. Блин. Есть ган какой-то? Двушки только. Слушай, а я дверь хлопнул, какой я молодец, оказывается, успел. Так, господа, вы тут воюете, не воюете, а я в дом. Убил калаш, выбил. Меня убили. Ну хорошо, секунду калаш подержал, миссия выполнена. А их двое. Так, надо это все пособирать дело. Чего? Меня убили. Почувствовав неладное, я подлутал шмот и отправился улучшать дом. Моя осторожность была излишней, потому что буквально через полчаса они улетят в бан по ассоциации, но я-то на тот момент этого не знал. Так в фарме и стройке закончился 4-й час выживания. Дед? Ага. Кто ты, воин? Не, ну пацан нам нормально принес с кайфом вообще. Так, вот это. Вот это. На. Забирай, все твое. Что это? Пули. А. Ага. Это типа, чтобы Ромочка стал самостоятельным, да? А ты так намекаешь? Да, взрослым самостоятельным мужчиной. Укрепив дом, мы снова отправились на сферу, в надежде, что на этот раз ее получится залутать. Но там кто-то был уже до нас. Вижу типа, да, наверху, на балконе. На крыше самой? У буста. По мне со СНГ постреляли. Мне очень больно. Ты поаккуратней там. Он меня убил, он на пиларе стоит, там, где надо забираться. Все, я full dead. Я вниз упал. На каком пиларе? Я не знаю, как тебе объяснить, правда. Это который буст или? Просто сверху, не-не-не. Блин. Тут еще солнце фигачит, глаза не видно. Смотри, я могу сыграть как приманка. Да может так пропикать получится. Сверху убил меня, добил опять. Сыграл как приманка. Не пойму, откуда он, где он ползает. У тебя! Сейчас я его залутаю. Со стороны это, если бы видел это пиздец. Так, а куда он упал? Вот в чем вопрос. Вот СМГ. У него косарь скрапа! К сожалению, момент с тем, как Рома лутает этого чувака, не сохранился. Но зато есть скрин, где он успешно занес его домой. А после поспешил ко мне. Так, ну тут терпимо. Нам бы бодики. О, все. 4 бодика нам хватит. Ночь мы решили переждать на сфере, а поутру уже отправляться домой. Блин, откуда? Да, меня убил калашист на глушаке. Угу. Меня тоже. А, это вот этот обиженный, которого мы косарь скрапа забрали. Мы было выскочили на аутогарш, но под домом началось какое-то движение, и нам пришлось задержаться. Слушай, а вот тут какие-то типы пробегают. Живой? Да, ну, я живой.
У меня глушак, Ром. Может быть, он? Бегу, 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 бегу. Дедфул одного. А, они файтились. Значит, у него получается калаш, что ли? Здорово. Подбегаю. А где твой ган? Ты сейчас на хазике, Ром? Да, я у тебя. Поищи, пожалуйста, здесь где-то калаш должен быть. Нашел Берда. А, Берда, да. На глушаке. Спереди типа у нас. Дед. Да, у меня тут я, то, что мы рейдили за ним. Дед. Пойду залутаю. Тычку ему дал. А, вот все нашел. В камушек упало. Ну, в целом, приносит берданки, что жаловаться. Нормально. Опа. Чего? Все в порядке, не больше. Да, я убил. Пойду залутаю. Это как-то прям совсем отчаянно, если честно. Ребята в отчаянии любезно принесли нам коктейли Молотова, и почему бы не воспользоваться ими и не сжечь соседнюю кибитку? Так, ну ладно, коль у нас есть коктейли Молотова, почему бы этим не воспользоваться? Ау, ау, ау. Здорово, мужичок, а чё ты дверь не закрыл? Так, ну здесь есть какие-то ресы, ещё чё-то. О, а тут уже неплохо. Сейчас бы все-таки до сферки нам дойти бы. На этом моменте подошел конец пятому часу выживания. А мы направились на сферу искать того злополучного калашиста. Ну и я по пути наткнулся на интересную гнилушку. Слушай, а тут дом нет. Не пугай. Он на парашюте спускается. Коктейльчик. Он на парашюте спускается. Упал, разбился походу. Об дерево, прямо около тебя. Где? Я не вижу, Ром. Я тоже не могу сказать. Ну, нигде нету. Вот направо сейчас беги. Вот это его дом. Какой? Вот он. В скале. Какой, объясни. Вот скала, вот его дом. Вот это его дом? Да. Да. Так, ну шкаф я хочу забрать все-таки. Мало ли там что интересное есть. Какое-то вот шматье лишнее не будет. Запчасти. А в шкафу? Ну, шкаф такой себе, да. Нам очень хотелось поквитаться с тем парнем, поэтому в ночное время мы засели под два дома, которые находились в радиусе падения парашюта, и начали ждать. Ну, я тут сижу. Жду. И ближе к утру шевеление началось не в том доме, у которого сидел я, а в том, у которого сидела Рома. И чё, он там прям шевелится? Да. А не зайдет он к нам в спину? Ну там вроде звуков этих нету. Мух? Если мы еще... Ты мне можешь отдать сет и типа фармить на две сихи, я буду его лично кемпить просто, чтобы он оттуда не вышел. Просто стоять у этой двери, блядь, и не выпускать его. Задел он тебя, задел! О, открыл! Full dead? Ага. Залутал. Я думал, он сейчас дверь откроет. А, ну все, я ему спальник вырубаю тут и все. Да, вырубай. То, что парень откинул свой спальник в дверном проеме, это был огромный подарок для нас. И потрясающий как бланш на рейд, которым нельзя было не воспользоваться. Поэтому я отправился домой, а следом и на фарм серы. Пока Рома караулил подход к двери. Убил его? А он где был у нас? Он пытался к дому подбежать? Он что-то пытался сделать. Слушай, ну у него там спалки теперь нету, да. А, блин, у нас даже серы было немного, что-то я протупил. Надо было сразу на плавку поставить. Ну ладно. Ну а тут тип какой-то у нас у дома бегает. Голова. Положил. Ух ты, братик, а ты что здесь такой богатенький-то бегаешь? Спасибо. Так, ну, собственно, я накрафтил, иду к тебе. Кто сейчас поднял? А.
Убил. Вон он спальники тут пытался раскидывать, наверное. Все, погнали. Ну что, там нормально дамажится? Нет, это не Кайф? Дамажится. Ну ладно, сделаем как планировали. А почему она не дамажится? Что-то я не понял. Что там? Ага. Все, у меня кончилось. Серьезно? А как так это работает? И да, как оказалось, в Расте есть баг, при котором открытая дверь сжигает часть урона от взрыва. Нормально, да? Куда, в левый? Левый вверх. Все, отлично, прокидывай. Ага, интересная история. Сейчас. Ну, он байтится на изи. Да, по- и походу все. Да? Оу, там третий верстак. Какая прелесть. Сколько еще этой фигни? Дофига, пойду крафтить. И да, мне пришлось возвращаться домой и докрафчивать еще разрывные. А тем временем закончился 6-й час выживания, и мы плотно перешли на 7-й. Так, у меня получается 40 патронов, 42, 50 патронов нам хватит, чтобы эту фигню доломать или нет? Чуть больше бы. Тогда придется еще потерпеть чуть-чуть. Только я вот что-то не подумал, чем мы скаф будем ломать. Кстати, я его выдолблю патронами, я просто смог закину и все. Я уверен, у него есть чем ломать шкаф. Так, на половинку и погнали. Прям центровину вот этой вот синей хуйни. 134 хп осталось. Все, у меня кончилось разрыва. У меня еще 6. В смысле 70 хп? Ты точно скрафтил 58 разрывов было, я тебе серьезно, Ром, ну я чё, ну я сумасшедший. Но все равно, я не знаю, как этот урон проходит в этой игре. Сколько мы уже в эту дверь только 90 разрывов вжахали. Дай я молики сначала попытаюсь прокинуть. Не, давай уже добьем эту дверь, а потом уже будем ломать, застраивать, все что угодно. Ну давай, пробуй. 53. Она то дамажит по 7, то по одному. Чего? Хватает или добить? Оп. О, да тут шкаф не залоченный. Прелесть какая. Застраивай нас, пожалуйста. Блядь, я не могу, потому что у меня триггер. Чё было по ресам? Ага. 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 О-о-о-о, шкаф, Дима. О-о-о! Вот это хорошо, в шкафу хорошо, да. Один калаш. Вот откуда у него калаш, извините? Это. Мистика. Пока что мы любовались лутом в загородном доме, недалеко от нашего мейна послушались цикличные выстрелы из двушек. Как будто кто-то что-то рейдит. Мы поспешили туда. А кто и чего там ломать может? Нам левее. Я не знаю, что они сносят. Там в три... Там рейдит дом, который зарейдили мы. Погоди, погоди. Слушай, я бы их забрал бы. Они нас спалили, если что. Они, прикинь, они вот за этим домом, по-моему. Двое, как минимум. И как ему бежать? Все втроем? Да, вижу. Не, там как минимум двое, а вот эти, где я не знаю. Давай ты слева, я справа. А! Он меня положил. На зеленках, аккуратнее. Вижу его, он на скале. Так, лутаюсь. Убил его. Я дома не могу хелпануть. О, сюда идут двое. 70. Сейчас убегаю. Вот это один. А, это третий еще, я пушу. Где этот под елкой? А, он уходит, дед. На 9 пуль. Добил. Они, интересно. Да, шторм какой-то. По-моему, они из этого гриба. Они меня выцеливал. В плане было еще несколько рейдов, включая дом читеров и дом гриб. Поэтому мы отправились подфармить серки. Но посред этого самого фарма услышали взрывы, которые издавались недалеко от дома гриба. Это вот рядом с нами, да, Буахой, получается, на воде? Да, это на этом, на острове.
Надо сбегать. А, он туда голый бежит, и вон там второй чел. Вон они взрывают вдвоем. Они уже, слушай, они прям в туске там уже бахают, я смотрю. Можно, в принципе, одного снять. Слушай, ну можно в наглую рашнуть, о чем мы теряем-то в целом. Какие еще у нас варики ждать, когда они там шкаф долупят и застроятся? Бежим? Погнали. Побежали там опять кот, трап. Лезет сюда, слышу. Да, будь готов. Убил одного. Запрыгиваю. Скачу. Иду вдаль. А где не Reddit, погоди, не пойму. А, вот вижу вниз. У него две сочели еще. Да это второй? Hi, honey. Блин, тут гантрап на того долбанул в конце. Full dead, а? Он full dead? Он full dead. Залетай, братик. Опа-на, здравствуйте. Вон здравствуйте. Он лежит. Ты чекай вход, а мне надо дотуда подлезть. А! Я смог. Так, неплохо. Лутаю El Topino. Так, есть у меня фонарик, есть, да. Вот у меня фонаря, кстати, нет. Тут даже берданочка, какой-то стафик. Разумеется, ребята вернулись, да еще и принесли с собой эвки. Ну все, слушайте, говорю, нужно просто выбегать самому, утра дождаться. Ну, разумеется, утром пойдем, да, не сейчас. Сейчас-то куда нам идти? А, эвка. Выжил, нифига себе. Нифига себе, там мув был. Взорвало. Нормально. Иди сюда, возвращайся. Что, может мне тогда выскочить и морду сломать, не? Подожди, давай я сейчас по ним зажму, когда. Ага. Ты выскочишь. Раз, два, три. Дал тычки, они вдвоем за тобой. Full dead, второй full dead. Хорош, Дима. Давай, залази. Я бегу. Ребятки прямо на войну шли, я смотрю. Гирчики тут у них, кофейки, две МП-5-ки фуловые. Но они прям хотели победить, я так понимаю. На крыше? Тычка? Дал ему тычку. Ну пусть хиляется там, сидит. Дал ему еще тычку, походу упал. Ой, веселые ребята, мне нравится. С кайфом вообще. А, они нам что-то ломают еще, ля, какие дерзкие ребята. Мы решили ненадолго оставить дом Гриф в покое и вернуться к ним тогда, когда по звукам будет понятно, что они прошли еще несколько дверей в рейдящемся доме. А пока решили изучить дом читеров и еще сами немножко пофармить. Погоди, это же вот это наш читер, да? Вот это читеры, да. Ну да. Ну и вот, видно, дропнутые мультишкафы недоделанные. Печалька наступает, когда ты играешь, делая вид, что ты обычный игрок, а потом банчик прилетает. Домик недостроенный, все дела. Ну, обычная хата лоховская. Не, да, хата такая, типа дверь, дефолтная, с юбкой. Стену, все. Надо только нафармить. Немного пофармив, мы услышали характерные взрывы недалеко от дома гриба. Это ребята продолжили свой рейд, и мы решили поспешить туда. Все, пойдем к нашим пацанам сгоняем, только я тут где-то эвку. Помню, валялось, надо взять. Так, лестница стоит, да. И двери вроде тоже нету. Еще не дорейдили. Или подождать, можем вот тут засесть, короче, понял, они побегут, и мы их сразу примем. Ну, кстати, они другой дом рейдят, серьезно? На, доме. На 35. Но я левую часть не могу пикнуть. А, их там двое. Хитовал. Их там двое. С дома стреляет по мне. Давай сюда ко мне залази. Я не пойму, они вместе или нет? Дал 2000 хазику. На релоуде. Блин, я еще МП-5 взял, нахрен я... Ой. Меня пикает с двух сторон, я даже не знаю. Да. Ничего не дал. Повалили. Full dead один. Синий хазик не вижу. Он что-то ушел, походу спалился, решил, что хватит.
Увы, мы выбрали не самый удачный способ подхода, да еще и типы на маленьком доме немного дезориентировали. Поэтому нам не оставалось ничего, кроме как отступить. И на этом, кстати, закончился 7-й час выживания. Смотри, они как будто нас если убьют, пойдут лутать, да? Ну, в теории, да. Да они за***ли, блядь, они мне каждую пулю попадают, ёб... Блядь, они меня убили в голову, блядь, что? Сейчас у меня тут спальничек. Давай, давай. Как дела, Ром? Я вообще в шоке. Так, плавим это потихоньку. И надо еще фармировать. И да, не успели мы начать нормально фармировать, как наши соседи снова продолжили рейд. Да, их там двое. Где? На грибе. В грибе, да? Да. Блин, ну попробую к тебе подойти. Пик их. Птичка. Прям снизу. Где снизу? За воротами. 3 хита ему дал. В этом 2 тычки. Гриб очень каленый. Ворота дал голову. Ты вылетел, Дим, ты вылетел. Блин. У ворота пополз, да-да-да. Убил ворота. Ай, там еще один. Их двое там уже, отхожу к тебе. Там второй, понял? 2 было. Ага. Убил его, убил фул. Иду лутать. Давай. Вон там какая-то фигня встала. Ага, 2 этих убил. Молодец. Я тогда спущусь вниз пока. Гляну, что тут очень прям интересно, сколько они тут пора. Да, смотри, смотри. 1, 2. В натуре последняя дверь. А это точно не их дверь, я? Точно. Нифига тут еды тут на всю жизнь нам. Как будто я могу тут остаться. Да, как будто бы тебе тут бы остаться. Но с Бердой на крышу вышел. Вот этот? На гриб, да. Тычка. Еще тычка. Убили одного, сбили. Возьми, вот так тебе. А, я тебе могу скинуть, в принципе, их сет. И здесь есть место? Не, у меня еды много. Доставь, я эту еду тут засейвлю. Трай. Хедшот хит одному. Отлично. Так, ну я надеюсь, что большая железная дверь, она впитает не 120 разоровных. Ну все, я бегу. В целом у меня под 90 разоров будет. Я вижу, как он меня обходит, понимаешь? Он меня обходит со стороны. А где он? Дай как-то инфы побольше. Разумеется, нам нужно было забирать этот рейд себе. Поэтому я уже на всех парах мчался к Роме. Блин, какие нафиг разрывные? Все, я его убил. С разрывом, конечно, неловко получилось. Выживешь? Голову ему сломал. Все, беги, забей, он лох. Да я в курсе, да. Бегу у него берданку, отхил тогда и... Ай, гадость какая, сейчас, а? Подожди. Дал ему 4 тычки. Паузу наверх к тебе. Что ты там ломаешь, да, лестницу? Да, да. Понял. Сейчас вторую лестницу сломаем. Все. Угу. Ага. Обалдеть, тут залоченные ящики. Ставь дверь. Сейчас, где-то она тут была. А, у тебя нету, ну сейчас я поставлю. Вот, нашел, ставлю. Погоди, да я сейчас прям на самый верх шлепну. О. Ага. А, ну все, тогда нормально. Так, до туда дотянуться. It's impossible, да? Димам. Что? Да ладно. Меня еще вот этот теперь волнует ящик. Надо сразу шкаф поставить. На крат поставь. Скинь мне дерево, я на крат шкаф поставлю. Я да я поставил уже.
Ну, нормально. Ну, да, годится. В целом там шкаф хорошенький. Дим, шкаф. Там 5000 пороха. Дим, пятерка пороха. За 60 разрыв в целом уважаемо. Печальный сидит и смотрит один. Да серьезно, вон, выйди, посмотри. Такой, он даже не стреляет, смотри. Я ему тычку дал. Хоть противник был и деморализован, мы решили все же дождаться рассвета для переноса лута. На всякий случай. Ну и че он там? А он, по-моему, вообще, они, наверное, вообще в вавк, мне кажется, вышли. А, не, смотри, даже отвечает что-то, ля какой. Тычка в нем. К нему на гриб там вообще попасть можно или нет? Не. Это двойная, короче, получается, да? Да-да-да, мы не сможем. Печалька. Он понял, на злобе такой, типа, о, я их у дома буду кемпить. О, вылез. Голову сломал ему. А, тут один, смотри, кемпит в кусте, сидит что-то. Первый забег в дом мы решили сделать холостым, без ресов, чтобы убедиться, что никто не кемпит нас под ним. Вот это да, ресы я компачи заберу. Давай, да. Странно, я бы на их месте бы кемпил бы вовсю бы. Блин, на самом деле уже сувать это все некуда. Так, ну вроде более-менее все. Так, ну собственно еще гаражечек наляпать и все. Можно дальше двигаться. А куда мы идем перерабатываться в аутпост, да? Ну да, мирный сразу. Мы тогда туда, наверное, весь скраб и возьмем сразу, да? На рейд нам требовалось большое количество пороха, но с фармом как-то не очень везло, поэтому мы решили поменять парадигму и вместо того, чтобы фармить, отправиться в аутпост, захватив с собой все ненужные компоненты с последующей переработкой их в порох. И после достаточно длительного и монотонного действия у нас было большое количество пороха, около 30 тысяч. В целом, я доволен результатом, погнали. Только сразу, Ром, выше возьми прям максималочку. Ну что, я тебе дам свет? Там свет будет максимально уютный. Ну просто ты хоть какие-то контуры будешь видеть. Еще свет. А, я все спрыгнул, давай сейчас подсвечу, погоди. Вот. Давай. Вот сюда вот. Ты сможешь? Не, ну ты, конечно, балерина коптерная. Слушай, идеальная парковка. Ну, по факту, да. Обалдеть. Это прям очень жирно. Ну и, пожалуй, хватит. Сразу по заходу в дом я вызвал 3 аэродропа, и они как раз сейчас подлетали. А 2 сишки в одном? Кайф. А у меня тут на крыше... 2 сачели. Сачели 2. Все залутал? Да. И что, никто не придет? А кому мы нужны? А пыль. Так, ну это что-то я даже, по-моему, немножко борщанул с тихами. К моменту, когда все приготовления были закончены, закончился 9-й час выживания. И мы переходим к последнему, 10-му. Так, сейчас оценочку сделаю по-быренькому. Да в дверь, наверное. В дверь, да. Погнали. Ну да, пустотелость, ага. Ну и дальше стену. В обратную, вот. Да. О, вот сюда, да. Ага. Ну, очевидно. Четыре, пять. 6, 7, 8.
Спят, голубчики. Я у нее пока маску тырю. Где вот у них лут, как ты думаешь? Прямо, наверное. Я думаю, все же прямо. Давай прямо. Мнения сошлись. Да, все отлично. Могу накинуть. А у меня горелки есть. А, давай. Слушай, тут прям хорошо лута. Ну, что-то подлагало. Нормально. Пипец тут, Рома! Прям очень много учетков всего. Да, да, у них тут, смотри, и сихи, и пороха, 4000 ракеты, разрывы, много всяких вкусняшек. Куча ганов у них тут, патронов. Тут у нас дерево, компачи прилично беру. Вот это, вот это. Шприцы нафиг. Типа, а что ты так пугаешь? Ящик, уходи. Так. Что все так мешается-то, а? Ну, шкаф такой. Разрыв еще доберу. Добирай тогда все и пойдем. А я компачи доберу. Впитывай, впитывай, впитывай. Больше нам, меньше им. Возвращаться мы все равно сюда не будем. Ага. Давай я еще сейчас сожгу все. О, гости, да, слышишь? Ага, все, погнали. Я ему дал очень много хитов с глушака, очень. Слушай, ну я всего тычечку дал, ну... Вообще должен был упасть. Ладно, короче, нафиг пойдем отсюда, я не думаю, что есть смысл в этом заметить. Хита ему еще дал с калаша, ладно, погнали. Объективный. Чё, быстро разлут и за грибом идем? Да. Был бы еще куда разлутываться, конечно. Все, я разлутался. Так, и ракеты сихи взял. Еще вот сихи. Еще шприцов возьму себе. Там, если что, под верстаком пару калашей валяется. Все, погнали. Да, чё тут, заднюю стену сразу фигачим. Тут уже квадрат... А, или у них тут треугольные. Треуголки, да. Блин, ну... И куда? По дверям чё? А как будто можно вот сюда, в эту стену, слышь? Не-не, вот тут нормально, там... Двери будут, да? Будет. Ну да, давай. Нормальный вариант. А, ну и вот все лут, все. Дверь? Думаешь, дверь? Ну, хочу в дверь и прям до угла дойти, да. Шкаф по-любому смотри. У них в уголке стоит. Вот, вот в этом уголке он, скорее всего, у них и есть. А, тут они не доделали, да? Дверок. Ага. Ну, короче, вот сюда. Давай, да, сюда. Ничего интересного. Блин, у меня же горелка была, ну что ты? Я тоже хочу побабахать. Пожалуйста. Я тоже хочу побабахать. Оп-оп-оп-оп-оп, я хочу взорвать. Опа, сюда. Угу. Угу. Ну, патронов у них прям явно они. Дим. Они на крыше, походу, намеревались еще долго сидеть, судя по количеству 5.56. А что, взрывки никакой нету, да? Я рассчитывал хотя бы сачель увидеть. А, ну вот, сачель одна есть, ладно. Что, давай тогда сразу застроимся, чтобы покомфортнее было.
Оп. Правильно. Шкафчик. У них треть. А у меня тут что-то замок не поставился. Ну, я уже сплю. Ага. Чё, давай дверь, наверное, да? Да. Ага. Вверх стак. Ожидаемо. Там дальше ящики, походу. Есть ещё сишка? Ну вот, вот здесь в уголке лутерум, скорее всего. Конечно, есть. Так, надо сразу это все дело заткнуть, кстати. Чтобы жизнь медом не казалась. Вот так вот. И вот так вот. О, кайфы. Ну, а тут еще один лутерум справа. Ну, это мейн уже лут, скорее всего. Угу. Не, ну слушай, о, компачи, смотри, сколько. Ну, все равно в целом бедненько. Вот они, хазматы поломанные. Отходим. Да там уже все, там уже пусто. Нет, я просто, чтобы заткнуть дырок, чтобы они попасть не смогли сюда. Мы типа все равно все просто, чтобы они не камбэкнули в дом. Вот. Я бы горелку дал туда, ну что ты со своими бобовками, блин. Сразу дверочку надо ляпнуть туда. Оп. Так, мы отсюда особо ничего не берем. Нам ничего особо не надо. Возьми только, знаешь, что? Пули, ганы. Может быть, Санька завтра побегает, постреляется, посливает все. Тут у нас двери. Тоже заткнем, коль такое дело. Я еще, знаешь, что? Заодно закину к ним все в шкаф. Чтобы у них дом не разваливался, и они не смогли ничего забрать. Вот так вот. Пусть стоит, пусть домик живет. Че, встречают нас у дома, как думаешь? Да. Да. Дед. Второй меня вынес. Убил его. Сейчас я тут встану. Третьего нахитовал. Да. Убил его. Третьего нахитовал. А ты живой? Да. Убил третьего. Под домом? А я его убил под домом. Неуспешный подсид. Совсем что-то, ребят, неуспешный. Что, не сидит, хочешь сказать, никто под домом? Или они все там решили всё нас подсидеть? Ну ладно, тоже вариант. Так, это все сюда. В целом на таймере 9 часов 30 минут. Без остановочной горы. Это все в МВК, чтобы рейдилось потяжелее. Я бы еще мультишкафы ляпнул, но уже что-то так устал. Итак, мы сегодня сделали больше, в принципе, чем думали. Так что окей. Это тоже надо. Но тут небольшая дырочка, но бывает. Все, 9 часов 30 минут, по дому никого нет. Я бы мог бы еще бы, конечно, побегать. А с другой стороны, зачем? Все, что мы хотели, мы и сделали. Ну а на этом наше выживание, как и это видео, подходит к концу. Надеюсь, что вам понравилось. И не забудьте поставить лайк. Увидимся в следующих видео.